Всем привет, друзья, вы на канале Влади Рось, меня зовут Владимир, и сегодня я с своей девушкой Сашей продолжаем играть в Silly Days Today. Всем привет. В прошлой серии мы остановились на том, что мы дожили до 21 дня, пережили волну зомби, причем очень даже хорошо. Да, это было достаточно легко. Каким-то забором, меня извините. Что бы было бы сложно. Да, только они тут нам сломали все-таки. Я не знаю, там, наверное, надо шипы добавлять или как-то еще закрывать. Чтобы мы туда не бежали. Там и так все было в шипах. Там, наверное, просто пошире надо раскопать. Пошире? Вот это первый блок, да, чтобы не доставали до этого. Ну да. Так он, в принципе, вообще ебашит, ебашит. Можно прям в два слоя такой забор делать. Два раза их ебашу. И тогда вообще изи будет. Так, это починено, это все починено. Осталось булыжник починить. Чиним булыжник. Тут нам надо бетон уже делать. Кстати, бетон-мешалку-то я могу сделать, нет? Надо посмотреть. Три уровня, это просто отлично. Я даже не знаю, что вкачивать. Ну, ладно, вкачай, наверное, выгодный бартер один раз. Интеллект еще один раз качаю. И я теперь могу харизматичную натуру тебе сделать. Давай сейчас в жару поедем. Выполним задание, у меня горит, и клад там раскопаем. Ну давай. Я еще хотел, вот, я хотел глушитель скрафтить. Модификатор. Могу я глушитель сделать? Блин, не могу, мне надо схему, такой у меня нет. Разрывные пули могу модификатор сделать. А тебе в пустыне жарко? Мне уже нормально, у меня сопротивление 39. А чего у тебя сопротивление так много? У меня сколько сопротивления? Где посмотреть? Сопротивление жаре 16. Всего лишь. Вот я сейчас себе скрафчу вот эту штуку. Она тоже сколько она прибавляет? Три штуки скрафчу сейчас. Таких. Модификаторы я еще хотел. Вот разрывные пули. Надо пружины и слитки стали изготовить. Блин, долго готовится. Сколько у тебя суммировано сопротивление? Сейчас, погоди, я повешу все эти, которые у меня есть. На броню. Так, здесь есть. Вот, на перчатке могу? Могу, на перчатке. И у меня стало 31. Так, стой, там генератор пыхтит, надо выключить его. Это у нас что, основной выключатель, все, это выключено. Все, у нас сейчас ничего не работает. Ну и все, погнали. А свет можно будет по таймеру сделать. Думаю, по таймеру работать. Я вот что думаю, может проехаться вот по этой пустоши, где там дома... Вон, зачем? Где город? Я хочу посмотреть, будет мне там помогать или нет. Я чуть-чуть настройки там подправил, графику. Ну, это потом. Сейчас вроде лучше стало. Ну, просто пока мы тут проезжаем. Только нам надо было направо там. Ну, нет. По этой проезжаем. Нет, это тут чисто одно здание, а сам город там направо надо. Ну, по пустоши чисто по дорожке ездить тут. Вообще без вариантов. Если здесь где-нибудь поедешь, вот по какой хуйне, въебешься, ястребы тебя нахуй заклюют, там толпой медведи загрызут и пиздец. Вот я сюда подъезжал, у меня подлагивало, а сейчас более-менее сейчас. 56 FPS, 58. Нормально. Ёлк ебать, носом клюнул. Пропахал землю немножко. Да что тебя так заносит, как шаболду на трассе просто швыряет туда-сюда? Где ты ровно? Тихонько. А, уебал мне по машине, мразь. Саш чуть не сбил. Куда ты? Вот у нас. А, сюда? Надо найти сумку. Ты, блядь, откуда там спрыгиваешь? За бешеные 741 дает. Вот мне еда вроде попадает так дохуя, но я почему-то до сих пор не научилась нихуя готовить. Я уже там почту готовлю. Еще одна бежная. Ебать, туда не бежная, баба. Я не попадаю, блядь. Куда, блядь? А, вот она. Нашел. Все, поехали. Да. Здравствуйте, что даешь? Либо модификатор, либо... Механические части 10 штук, пиздец, нахуй, как они мне нужны. Да. Так, модификатор увеличен магазин. Ну, я бомбочки возьму, мне кажется, они самые нормальные здесь. Смотри, вот тут он продает ловушку с клинками.
За 1000 тоже. Возьму, потом опробую. На твое едем и потом к нему сразу, да? Да. Просто у нас бензин заканчивается. У меня вот бензин не осталось нихуя. Или что? Похуй, разбираю тогда. Ну да. Ну да, нормально так бензин. Аккумулятор вот попался. Просто прокачать себе еще мощнее, чтобы он вообще разъебал еще один аккумулятор. Ой, блядь. Саш, что за хуйня? Меня пиздит. Меня тоже. Саш пока и зачищает, его разбирает. Ломим. Ебать, три машины разобрал, с трех аккумулятор выпал. Так, либо патрон, либо дерево, либо великое ограбление, книга. Беру патрон тогда. А, ебать, он куда нас отправил? Совсем что ли охуел, старик? Я туда не хочу. Пустошь нас отправил. А, вон уже, сука, летит за мной, тварь. Сейчас, блядь, ты у меня получишь, на. Вот он сидит. Вон уже сидят, ядовитый. Я, блядь, тут покоишься? Вот что, ебанута? Ты еще не то. Блядь, не, и не тот, и нет, не зов. Хуя себе. Че было? Бочку ебнул? Говорю, взорвалось. Наверное, ты бочку в бочку попал. Не знаю, давай еще одну взорвем. Вот, отойди оттуда. Подожди. Блядь, пора. Че, тебя задело? Нет. А я не знал, так можно было? Видимо, да. Вон Мишка ходит. Ух ты, блядь, встали. Встаем. Ой, Вова, меня кто бьет? Бешеный. Бешеный. Ой, дробовик не заряжен, нихуя. Что вы тут носитесь, блядь? А ты откуда пришел, дядя? Тоже не тусовку. Сдохни, тварь. Живешь там, нет? Я-то живу. Куча сумочек выпадала. Так. Зажигательных стрел. Создание зажигательных стрел и арбалетных болтов. Изучил я. Надо залутать вначале тут все. Вон, смотри, какие. Да. Куча патрон. Уж. Там... На магнум куча патрон падает. Стальная дубина. Револьвер магнум, вот он тебе. Аджар Гуджу. На вот эту попробуй поставь. Дубинка будет лучше твоя? Ой, стальная дубина чем-то. Ты чем бьешь? У тебя дубинка тоже, да? Да. Ну-ка, магнум зарядим. У меня 112 патрон же на него. Она на дубинку. На дубинку она... А, она не вешается на дубинку, наверное. Она вешается на это. На острый. Да. У меня такого нет. Так, починить его есть чем? Ремонтный набор. Ну, это сложность там один, но на самом деле нихуя не один сложность. Да, они там, блядь, химические какие-то, бешеные. Мне кажется, вот этот рыженький череп, он мне даже страшнее, чем обычный. Красненький. Потому что там зомби сами по себе сильнее. Да. И другие. Какие-то зеленые вообще хуй убьешь. Если они еще и бешеные, это пиздос. Да. А зеленые сами по себе бешеные. Я вообще не знаю, в зеленых там ебать сколько надо. Угу. С разгона заезжаем. Нихуя, на ручнике двигается. Да ты, блядь, не помещается. Магнум это вообще хорошо. Свистит он мне. Смотри, слитки стали, либо комплект журналов. Коктейль молотова еще могу. Вот это что за локация? Зеленая. Зеленая? Да, вот это. Это пустошь. Пустошь, блядь, мне в пустоши. Смотри, видишь? Прям там рядом с этим городом? Да. Ну туда ночью точно лучше не ехать. Да, ночью я туда точно не пойду. Они нас там отъебашат, отстарпонят во все места. Да. Ну так-то мы могли бы попробовать рискнуть туда поехать. Нет. А мы куда едем? Твое задание как? Да. Принести и очистить. Оп, запустил. Че, машину разбираю? Конечно. Что за вопрос? Да забрать все нахуй. Вообще все нахуй заберу тут.
А чё, я прокачал, мне нормально. Ну так. И ковер был бы еще, вообще пиздец быстро разбирал. Так, где я, тварь? На нем опробую сейчас. На, с одного выстрела бешеного. Спать отправляю. Нормально, нормально. Чё это вот за знак D? Флаг. Все? Ой, шарка бьет. Две стрелы держит. Ну раз такое дело. Мощный, сука, фермерский. 2500 здоровья. Мне похуй, что разбирать. Трактор, бульдозер, нахуй. Легковушка, джип, фургон. Вообще похую. Вон зомбики ходят. Сейчас опробуем револьверчик. Не попал. Попал. Голову снес он. Попал. Убил. Так далеко он не стреляет уже. Мощный, мощная штука. Можно побегать здесь, поразбирать машину. Да. А что, до утра срано ждать? Да. Разбираю, попую вообще двигатель. Ну, бежит, долбоёб. На, прилег. Вот и думай головой. Ты тоже. И ты чего там стреляешь? Тут такой аккумулятор выпал. Настало твое время, трактор. Ну-ка, осталась одна машина. В этом поселении. Похуй, все разбираю. Вот экскаватор красивый стоит, тоже нахуй разобрать его. 170 механических частей, 55 электрических, короткая труба 63, пружины 111, фары 15, один двигатель и 5 аккумуляторов. Что, поехали пока на раскопки? А где не ступил? Да. Ну, поехали. Куда-то в очко, да, Мира? Ну... Получается так. Блять, как я туда не хочу, пиздец. Там очень страшно. Да днём-то нормально. Там всегда страшно, там всегда ночь. Не, ну тут темно, да. Да аккуратнее ехать. Кирпичи. И железные балки, ёбываться. Да, железные балки, это пиздец. Ой, бля. На, долбарик. Ага. Ну, ты захочешь быстро уехать, куда уедешь? Да. Ебешься точно. То нет. Вон. Ой, блядь. Вот это тоже опасно, плюется. А. Они плюются этот хуйней, она боки ломает жестко. Что полицейский, что вот этот долбоеб. Так вот этот помощнее, по-моему. Или фиг знает. А мы сейчас, походу, как раз приедем, да? Вот здесь. Тут есть кто-нибудь рядом? Нет? А вон город. Вот они, наверное, постоянно бешеные здесь. Хотя нет. Давай, готовь патрончик. Начну раскапывать. Ой, блядь. Только дай я посмотрю, что там, потом заберешь. Мне интересно просто. Ну я же у тебя не видела. Чего ты не видел? Когда ты свое раскапывал. Так я один был. Ну. Смотри. Просто посмотрю. Потом вылази. Ой, меняй. Там поповое ружье есть. Там у тебя неплохо. Неограненный алмаз, денежки, патрончики, гильзы, помповое ружье. Вот помповое ружье, это хорошо. Че, мишку убьем? Нет! Какой мишка? На себе вот это возьми. Подожди, не стреляй. Совсем что? Я ничего не стреляю. Вот это себе забери. Патроны? Все, поехали. А помповое ружье ты мне не отдашь? Ну на. Все равно не пользуюсь. Помповое ружье это дробовик, по сути. Ну вот. Все, вот, поехали. Стой. А, у меня нет модификатора, да? Вот. Пошли, пока Мишка на нас не согрелся. Он не согрется. Пошли, говорю. Ой, блядь, что мне так за... Где модификатор? Опа. Ну-ка. Блядь, там с другой стороны. 8 патрон ебашит.
Двустволку 3, либо навык изготовления, либо патроны опять-таки. Либо сталь. Я, наверное, буду книжки брать, прокачиваться. Я тоже в основном беру книжки, потому что мне хуйню какую дают. Так, продам. Двустволку, может, возьмешь себе, она нормально выхлёстывает. На. И патроны попробуешь с неё? Нет, не хочу, мне с этих нормально. Возьми. На, забери. Возьми. Не хочу, на, забери. Копать будем или бить? Копать, наверное. Все, взял. Так, запустил. Берем лопату и ебаш. Песок. Че, нашел что ли? Нашел. Кайфом. Так хуйня тут. Да блять, вылези ты. Да уже побежали. Нихуя ты прыгаешь, блядь, ебанутый. Ай, меня тут кто бьет. Кайф, блядь, скакать тут. Нормальная тема. Здесь попадать еще. Ну ебать, пополам просто башку ей. Да, там залезть, на в уголку видно. Все, готовься. Смотри, пистолет 4, либо патрон, либо кувалда. Что-то хуйню какую дают. Да. Была заправка с машинами, стала без машин. Да. Ну вот тут городочек рядом оказывается. Да. А, это не городочек, это предприятие какое-то. Угу. Это оружейное? Да, можно попробовать его тоже зачистить. Или, скорее всего, у нас потом миссия будет сюда прийти. Да. Ну и чё, мы можем зачистить, потом еще на миссию прийти сюда. Да. Ой, нихуя я как угадал, с какой стороны будет это. Ух ты куда уехал? Так. Запустил. Тихонько, не пролагиваем. Чё они все бешеные-то, блядь? Кто знает? О, блядь, что делать? Видишь, как вопрос решает быстро. Да. Так, тухлую водичку взять. Вот и все. Вот и все, вообще имба. Да. Не как двустволка там. Два раза выстрелил, два раза промазал. Просто ебанулся. Чё-то они все тут бешеные. Кто тут, блядь, долбится? Ты откуда взялся? Видишь, зеленый. И бешеный. Иди нахуй. Мне кажется, из-за этапа игры тут такие зомби посильнее становятся. Видишь, это тоже бешеный. Вообще все бешеные. Да. Вон сидит мощный. А у нас сложность миссии, это второй уровень всего. Так, пистолет 2, нахуй ты мне такую хуйню вообще предлагаешь даже. Гнида. Возьму слитки. Ну давай возьму, на 6 ликвидирован. Вот, 1 и 3. Куда он отправляет? Вообще хуй знает куда. Мы там даже не были. Поехали, сейчас по приколу съедем, посмотрим, что там. Поехали. А вон птичка за тобой летит, птичка. Или нет? Ох, ебать, что это за пиздец? Твоими силами. Вообще птичка, пиздец, иди. Своими силами. Нахуй. Ой, тут речка. Какая нахуй речка еще? Тут пешочком ходи. Я пешочком иду. Ты ходи. Через речку ебашь. Плавь. Тварь, куда ты нас отправил, блядь? Паскуда. Хуй знает, куда нас отправил. Угу. Так, ебану пивасик для Корстина. Выносливости, чтобы поднималась. Оп, начинает мутнеть в глазах. Чё, получается там? Да. Ну хули нам скалолазом вообще похую, где лазить. Да. Ну-ка, тварь. В глазах мутнеет, сложно прицелиться. Ну, поехали, драндулеть. Не. Он
другой город. Бля, там опять пусто, что ли? Не знаю, нет, там, по-моему, жара. Вон, а что там сбоку? Ой, больно как было сейчас. Что, городочек такой, да? Так, что нам надо сделать? Очисти область. Так, какой дом-то, блядь? Я не понял сам. Сейчас пошли кого-нибудь разбудим. Вот это, походу. Вот, вот это, да. Ну-ка. Тихонько, тихонько. Тихонько, тихонько. Тут их много. Да. Ой, блядь, тоже разряженный. Все. Вернулся к торговцу. По водичке проеду как-нибудь. Не надо. Блин, байк так. И сломался нахуй, Вова пешком побежал до дома. Да. Так что не надо. С разгончику. Давай, о, давай, 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 родненький. Давай, а давай, ты, давай, давай. А ты тоже ебанул, так что? Да. А, какая-то книжка. При тушении пожаров каждая секунда на счету. Эта техника позволяет увеличить скорость атаки топорами на 5%. То есть я быстрее буду топором ебашить, да? Ладно, возьмем. Солнечную панель можем попробовать купить. И на остатки возьму бетон. Не хватает. Вот. Сколько? 450 взял. Дробь, что не взяла? Сланец, цемент. Сланец? Да у меня и так уже перегруз. И чё ты на баке едешь? У меня тоже перегруз. У меня вообще слова такого нет. Не перегруз. Сейчас поедем через эту торговку. Я торговый маршрут наш сделаю. Как раз посмотрим, может она что-нибудь барыжит. Только у меня денег нет. Я все потратил. А у тебя сколько денег? 12. Ну вот. Разорим, Саш. Купим, что вовремя надо. Спасибо. Что нам надо, точнее. Я и так тогда на десятку потратил на лабораторию. Это, конечно, хорошо. Надо было сразу покупать инструкцию, как бензин делать. Увеличит ускорение и максимальную скорость транспортного средства. Нихуя себе. Надо вот эту хуйню тебя изучить. О, композитный лук за 8. Это мне надо. Тебе все надо. Ну, я виноват, что он только сейчас появляется. Виноват ли я? Че, продам аккумулятора. И мне все равно нихуя не хватит. Завтра. Не, если я все продам, то нормально будет. Я могу механические части на 1332 продать. Все равно, сука, что-то, блядь, они дешево покупают, нахуй. Твари. Мрази. Пошла ты, ху, блядь. И домой пошел. Нам надо транспорт, с помощью которого мы вообще будем пиздец быстро ездить между торговцами. Да. Я видел там автожир. Летающих хуйня. Ну мы такой, блядь, я хуй знает, когда скрафтим. Может попробовать у того торговца взять еще одно задание сложное. У нашего. Вот смотри, у него есть работа. Принести, очистить можно взять. Сколько? 881 метр. Либо очистить от зомби. 1 км и 1.1. Че взять? Просто очистить лучше, да? Ну давай. Бетономешалка. Могу я скрасть? Нет. О, могу. Нихуя. Двигатель 25 литков, 4 пружины, механические части 10. Опа. 10. Шкафчики. Будут у нас аккуратненькие, красивенькие. Так, 2 прожектора поставим сейчас. Еще аккумуляторы. У нас много аккумуляторов. Можно сюда добавить их. Вот сюда. Так, выключить. Добавить. Оп, оп. Такие поставить помощнее. Вот. Вот. По градации уровней. Смотри, можно делать гравий. Бетон. Надо камень, цемент и песок. Камень.
Песок, цемент. Тут цемент тоже надо поставить на максимум. И все, ставь 421 бетон. 10 минут будет ебашиться. Все, погнала она. Ебашь, пошел процесс. Так, нам надо, бля, нам надо как-то сделать так красиво, чтобы было все. Проводку придумать. Так, на таймер можно поставить, чтобы у нас включались этот чистый светильник. Допустим, со скольки нам надо? Во сколько тут темнеть начинает? С 16? Не знаю. 16 до 4 утра по таймеру он будет. И выключатель нам тогда не надо. Этот включено, и от него уже пойдет сразу на все лампочки. Идет сюда. Идет сюда. Поставим вот так. Вот этот прожектор сломаю, наверное. Мне не нравится, как он стоит. То есть у нас это будет постоянно включено. Когда он включено, оно идет сюда. Сколько тут уже у нас напряжение идет? 3 вольта все. Почему свет у нас не идет? А потому что отсюда я не включил сюда, да? Или включил? Не понимаю, как там сделать, почему не работает опять нихуя. Че, их рядом ставлю просто? Угу. Чтобы далеко не бегать, да? Да. Как минимум 20 должно быть. Или сейчас типа времени не соответствует. Время 2 утра, он до 4 должен работать. Время начала, время окончания. То есть он уже должен работать. Он идет на все светильники. Или типа время уже не то. Допустим, если время на 3 поставить. На 3 утра. О, заработал. Значит, надо поставить обратно на 18. И каждый раз с 18 он будет включать туда. Все, а в 4 утра выключаться будет. Так, что у нас там с бетончиком? Сколько накрафтилось? 270. Еще там хуячится. Так, этот прожектор потом сюда надо будет передвинуть. Вот эту улучшим. До бетона. И эту тоже. Чтоб солидно, красиво смотрелось. Блять. На нахуй себя же нарвалась. Ща как издану кого-то киркой. Вырубай нахуй свою шаманку, блять. Да я забыл про нее. Уебал Саша конкретно. Сколько ты там сняла, кстати? Нормально так? Ну, мне где-то 14-13. Нет, 14 было. Что-то мало. А чё, мы на миссию пойдем пока день? Ну, какую-нибудь пойдем. Ну, там сложный, который. Ну, пизды. Все тут в автономном режиме все работает. Вот здесь, когда не будет подходить, тут нажимаешь. Дротики хуяч. Потом здесь подошел, включил дротики. А, тут не надо включать, тут надо вот здесь включать. Включил, они хуячат. Хватит, тут проводка нахуй, вообще электросистема жесткий. А, блин, у меня вот еще же. Или электрическая панель есть. Солнечная, точнее. Надо. Ой, она широкая такая. На 4 блока ваш. Так. Как ее? Отсюда вот сюда надо, да? Ничего он меня не отключил тут. Все как надо идет. А, нихуя, тут надо что-то положить еще. Че за слоты? Хуй знает, чем-то заряжается. Только че, блядь? Надо какую-то хуйню тут еще класть. Так, форму поменяем обратно на куб. Ой, блядь. Ты че меня пугаешь так? Что, у меня инфаркт стукнул? Че убрать-то? Че я хотел убрать? Я забыл, ты меня напугало. Че я хотел убрать? Я не понимаю, что я хотел убрать. Будем надеяться, что сейчас более-менее будет. Если что, куда-нибудь залазим, застраиваемся сразу. Ну. Так, нам вот туда надо. Ай, блядь, ты что меня сбиваешь-то? Там вот дохуя. Всех сразу не приманивай. Нам вот сюда надо. Тихонечко. Стой, присядь. Вон один сидит. Минус.
Где-то здесь еще сидит, вон. Тихо, тихо. Медсестричка, минус. Че, потихонечку их, вот так. Где-то он там еще сидит. Музыка, давай не нагнетай. Видишь, тут медсестрички. Вон лежит тварь. Тихо. Живой. Мертвый. На улице там кто-то агрится на нас. Так, нам вот типа вот сюда показывают. Они вот дверь хотят выломать. Окна заколочены. Можно пойти сюда. Вот мы могли сразу сюда пойти. Но нам смысла нет, нам надо зачистить. Он зелененький сидит. Он бешеный бежит. Ну-ка, макнем. Если бы, блядь, еще попадал, еще бы заебись был. Так. Шавка спит. Крепким сном. Смотри, вот сюда можно куда-то пойти. Ой. Зелененький спит. Зелененький бежит. Тихонько. Да, блядь, не попадаю, ты пика ебаный. Хуй ты тут ломаешь? Не понятно, куда тут идти. Бать. Тут бомбы. Так, как я туда залез? Ух ты, дробовик, блядь. Ой, меня забил. Ну-ка, стоять, нет, иди нахуй. Да отъебись ты, блядь, попади ты по нему. Блять, меня сейчас убьют нахуй. Я туда к тебе не могу залезть. 50 хп оставили. Не попадаю просто и все, вот по этой твари зеленой. Куда ты не можешь запрыгнуть? Нет, не могу. Вон ты можешь вон там пойти, вон, с той стороны. Вон. Вот так, да. Тут вот либо по воде идти, либо по этим. По бомбочкам, видишь, он там. Видишь, они что хотят. А там снизу зомбики были. Видишь, тут куча бомб. Но нам туда не надо, мы можем вот здесь вот так аккуратно. И сюда. Тут сломается сейчас опять. Вот здесь по краю можно пройти. Тут зомби, вон сверху вижу. Падает вниз. Мощного с одного выстрела убил? Или это обычный был? Генераторы здоровые. Так, тихонько давай. Вон вижу зеленого. Ну а нахуй. Встает. Да. Ну, ты же не видел, откуда я стрельнул в тебя. Да иди нахуй, блядь, боль бьешь слишком. Так, нам сюда куда-то. Так, тут тупик. Опа. Зеленый несется, блядь. Там еще там дохуя зеленых. Ой, блядь, ну как они все залезли, блядь? Живешь? Да.
Тут осторожно, может пизданус, видишь, что дырка. Куча ящиков. Пытаюсь взломать. Часиком. Тарас. Так, с одного раза открываю. Открыл. Патрон для дробовика, 3 золотых слитка. Подавитель радиации, модификация. Книжка, вода, вода нужна нам всегда. Я обнаружил действительно способ очистки. Что-то там непонятное открыл я. Книжечка, бинтик, чуть-чуть патрон, еще книжечка. И для пистолета там. Эти залутало? Притормози. Ирочка на 6. Ну, хорошо. Там, это, посмотри в ящик. Че? Ага, таймер. Кто-то от радиации какая-то хуйня. Блокирует регенеративные способности обученных зомби на 90 секунд. Это на что? Это на оружие цепляется? Да, это на оружие. Урон из дробовика плюс 3 сразу прибавляет. Ты... Нормально. Там дверь закрыта, пошли. Полезь. Стой. А, у меня... Стой. Я сделаю бомбочку вот... И закрой дверь. Ага, видишь, она не закрывается уже. А? Все, вернуться к торговле. Да, нормально разъебали так, да? Да. Ключ, трещотка на 5. Стальной костет 6. Двухкратный оптический прицел. Можно изучить либо комплект на... А, я ему золото могу продать. Золото. А, ебать, он мне еще что-то крутое дает. Вот. Я к нему подошел, он мне дает либо комплект модификации для дальнего боя, комплект с пустынным сервятником, калибра 44 для магнума, да? Комплект модификации, либо комплект армейской брони. Комплект еды еще. Я армейскую броню, наверное, возьму. Особое задание. Открытие торговых маршрутов. 5. 2 и 2 км. Это у меня, наверное, опять пустыню, да? А куда он меня отправляет с этим заданием? Ну, такого у нас еще нет. Куда-то в другое место. А, вон, да, есть еще торговец один. Нихуя себе. И тогда потом задание уровня 5 будут у нас. Круто. Ну вот это помповое ружье, это вообще просто что-то с чем-то. Просто мое счастье. Ладно, ребят, уже в следующей серии отправимся к новому торговцу, исследовать территории, развиваться и готовиться к 28-му дню. А сейчас всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.